в этом году просто обалденно красивые елочки. Это Урюкзар. Везде продают игрушки. Ну, как вам сказать, не совсем дешево. Я спросила такой вот маленький веночек, который вешают на дверь. Вот такого плана вещь стоит 75 тысяч. Но елочки просто поражают некоторые своей реалистичностью. Вот, вот эта вот елка мне так понравилась. Она стопроцентно настоящая. Классно, я бы себе такую купила. Олени, вот все есть. Прям в этом году, конечно, классно. В прошлом году такого обилия я не видела. Очень красиво, прям хочется, прям все. А особенно вот эта вот елка, по-моему, из всех больших елок центральных, которые я видела пока что, вот самая красивая, богато украшенная и высокая, по-моему, вот здесь. Классно, везде, везде продают елочки. Не знаю, вот, к сожалению, вот в городе настроения новогоднее нет. Вот единственное, что... Единственное, где это настроение есть, это, наверное, вот здесь, на Урюкзаре. К сожалению. Вот так вот.